Стартовал 12-й учебный год университета третьего возраста. Одним из учредителей проекта выступает Казанский федеральный университет. Жизнь после 60 только начинается, считают участники. Невзирая на возраст, они продолжают учиться и творить. 21 сентября в деревне Универсиады еще надолго запомнится первокурсникам. В этот день состоялось посвящение в жители студенческого кампуса. Еще вчерашним школьникам пришлось пройти целую тропу испытаний, чтобы по праву считаться истинными жителями деревни. Студенческий актив деревни Универсиады организовал мероприятие в стиле фильма «Голодные игры». В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялось открытие 17-го Всероссийского микропалеонтологического совещания. Его темой стала современная микропалеонтология «Проблемы и перспективы». Здесь собрались более 150 ведущих ученых из разных регионов России. На совещании были представлены идеи разработки, объединяющие отрасль нефтегазовой технологии и палеонтологию. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюз.